Затем нужно использовать тело в служении духовному учителю. In Nectar of Devotion, Rupa Goswami describes the process of surrender. В Нектаре преданности Рупа Госвами объясняет процесс предания. He says, take shelter. Он говорит, примите прибежище. Surrender. Предайтесь. Take initiation. Примите инициацию. Serve. Служите. So here it says, serve the spiritual master. Итак, здесь он говорит, служение духовному учителю. A disciple serves the spiritual master by being true to his teachings. Ученик служит духовному учителю, будучи верным его наставлениям. As Prabhupada explained, the spiritual master is most pleased when he sees the disciple making spiritual advancement. Шрила Прабхупада объясняет, что духовный учитель удовлетворяется больше всего, когда видит, как ученик духовно продвигается. And he laments when he sees the disciple not making advancement. И он скорбит, когда видит, что ученик не продвигается. Prabhupada says, the disciple should always be acting, thinking that his spiritual master is next to him. Прабхупада объясняет, что ученик должен поступать так и думать, что духовный учитель стоит рядом с ним. То есть... So use your intelligence to serve the spiritual master. Итак, используйте свой разум, как можно служить духовному учителю.